Привет всем цветоводам, садоводам, огородникам. Хочу показать, какие распустились у меня красивые лилии. Ну вот это уже отцветает желтенькое. Вот они уже поотцветали. Но на то, что такая красивая, яркая, солнечная, как солнышко. Очень красивые лилии. Мне очень не нравится. Единственный минус только то, что они отцветают быстро. Вот, а так они очень красивые. Мне такая нравится, так они пахнут вкусно. Вообще безумные. Вкусно пахнет очень. Такие яркие, солнечные, красивые. А это еще. Это вот не желтенькое, а посветлее. Такой цвет нежно-нежно-нежно-желтый. Ой, ну она красивая. Вообще такая крапушка у нее внутри. Вот эти такие красивые пестики. Правильно же? Пестики или тычинки? О, Господи, я даже не знаю. Вот. И вот еще. Ну, красота вообще. Вот тут еще будут бутошки, вот еще. Это другой тут, по-моему, цвет. Должны где-то быть белые. Вот это вот желтит, розовит. Может быть, другого цвета будет. Но красивые очень. Мне так они нравятся. И вот это сегодня раскрылось. Но она красотка вообще. Она очень большая. У нее такой нежно-розовый цвет, необычный. Такая внутри крапушка с зеленцой, но она красивая, она прям вообще красивая, нереальная. Такая вот она красотка. По-моему, здесь только один бутончик был, ну да. Я посадила, был один бутончик всего лишь. Но она очень красивая. Вот так вот. Что у меня здесь? Ну вот тут у меня аньки мои растут. Вот здесь я посадила клематис. Это будет бал, по-моему, сорт. Такие белые, фу, не белые, фиолетовые, большие такие, бледно-фиолетовые цветы. Очень красивый сорт. Вот. Ну что, тут скоро флоксы зацветут мои. Вот они уже, бутончики набили. Ветер у нас, конечно, может быть, даже меня плохо слышно. Флоксы набили бутончики уже. Вот, вот это вот цветуны, это собачки, мне сказали, называется, мне дали. Вот такие вот они симпапулечные собачечки. Ну, такие прикольненькие. Интересные такие цветочки. Необычные, непонятно на что похожие. На собачку вот на эту. Наверное, смотрите сбоку. Такое же недовольное лицо. Вот. Вот такие вот собачки, симпатичные цветочки. Ну, тут вот еще будет у меня. Вот тут еще вот один клематис. Бедный мой клематис. Сначала мне его повалили кошки. Я его подняла, вот на улитку положила. И решила я его подвязать. Ну, с меня такой горе-подвязчик. Вот я его обломила. И вот замотала его. Это строительный скотч или как, я не знаю. Вот. И вот он вроде бы растет. Если бы не прижился, наверное, бы не рос. Ну вот, не засох, растет. А это белый клематис с бордовой, махровой, пушистой серединкой. Очень красивый. Вот так хочу, чтобы он зацвел в этом году, хотя навряд ли. В этом году, наверное, он не зацветет, он будет только наращивать, наверное, массу листовую. Ну, а это мой папоротник, также все сидит. Здесь вот мой лапник, елочка, такая вот красивая, замечательно себя чувствует. Вот так, что дальше? Вот такая вот уже георгинка большая выросла. Вот такой мой тис ягодный растет, растет не по дням, а по часам. Вот, уже вот такой вот большой, красивый. Очень красивый. Хочу еще себе купить пару кустов, только побольше, и посадить. Обожаю хвойные растения. А там растет мелисса. Ну, тут и мои аньки. Аньки вот такие вот красивые, малявочки. Так, что у нас дальше есть? Ну, а тут и мой огородик. Тут вот мой лучок, вон там уже вот, вон там уже салатик. Вот так вот подросла моя календула. Клематис уже отцветает, беленький мелкий который. Вот, вот так вот растут мои огурчики потихонечку. Скоро, надеюсь, будем кушать. Там вот малинка у меня. Ну, я уже показывала, это вот подросло все уже. Вот так вот подросла капусточка. Вот это вообще огромное. Это, видать, сорт такой большой. Там поменьше. Перчики мои.
Тут два разных сорта. Вот одни у нас выращивались, одни с Москвы привезли, и сорт я не помню. Ну, тут вот помидорчики плоховато, что-то они как-то у меня в этом году растут. Вроде бы удобряла. Подвязывать надо, навтыкала. Ой, как оно, господи, арматура. Никак не подвяжу. Виноград я вот уже пообрезала, вот листья подсохли. Сейчас я покажу гроздочки. Гроздочки. Такие вот гроздочки винограда. Я его вчера обработала. Может быть, кто-то подскажет мне еще, что за напасть каждый раз на виноград нападает. Он покрывается, виноград покрывается как будто плесенью. Как бы показать, я не знаю, видно, не видно. Вот некоторые виноградники, вот, они как будто во мху в каком-то, в плесневелом. Вот, 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 вот. Вот видите? И вот эта вот ерунда каждый год. Я обработала в этом году. Не знаю, может быть, поможет что-то. Ну, так вот тут еще у меня помидорчики мои. Тут сидит клубничка ремонтантная. Тут вот еще капусточка растет, разные сорта. Вот тут у меня тоже капусточка вместе с петрушкой. Помидорки тоже я удобряла, немножко удобрением сожгла их. Ну, тут, тут тоже капусточка, капусточка сидит. Вот так вот дальше тоже капусточка, там лучок. Ну, с этой стороны у меня клубника, ее надо будет сегодня обрезать, всю траву с нее выдергивать. Там вот дальше тоже у меня, тут-то сливка, тут-то вот яблонька, яблочки вот такие на ней уже. Вот, там у меня тоже огуречки посажены, надо будет подвязку делать. Вот. Ну, здесь у меня тоже вот что-то напало на эти помидоры, тля, по-моему, скручиваются листья, сидит тля на них, ну, прям напасти какой-то. Вон здесь у меня кабачочки, там патиссончики. Вот. Тут у меня еще ничего не выросло, три грядки, просто растет трава. Хожу, просто дергаю траву. Но я сюда досадила огурцы, надеюсь, хотя бы огурцы вырастут. Потому что здесь должна расти морковка, петрушка и салат. Не растет ничего. Не знаю почему. Вот такая вот беда. Вот. Ну вот такие вот у меня огородные новости, цветочно-огородные. Вот, всем огородникам, садоводникам, цветоводам огромнейший привет. Вот. Ну и все на этом. А, нет, не все. Вот еще виноград у меня есть, это другой сорт. Вот видите, я обрабатывала белые листья. Вот, и все равно там есть вот на винограде как плесень. Может, кто-то подскажет, а? Что делать, чем обработать? Так жалко, каждый год не можем попробовать виноград. Пробуем только вот этот вот, винный. Он растет очень хорошо, ему вообще по барабану все. Ну вот остановлюсь я, наверное, на винограде. Может, все-таки кто-то мне подскажет, чем можно обработать. Ну все, товарищи садоводы-огородники, всем пока-пока, удачного роста вашим растениям.